следующий, подходите. Ну куда, куда пошел? Хорошо. Да, он. Да, у нас все хорошо. Тихо, играет конструктором. Да, не переживай. Он хорошо поел, да. Все съел. Ну да, только ты говори, что делать. Потому что будет все как в прошлый раз, мам. То не сделали, не подмели, посуду не помыли. Скажи четко, мам, что нужно сделать, и мы сделаем. Да, мам, хорошо, я все понял. Да, мы сейчас тебя любим, целуем, до скорой встречи. Ладно, ладно, не переживай, мы все сделаем. Все, давай. Тебе же тут мама звонила, и знаешь, что она сказала? Как обычно, наверное, белье сложить, в доме поубирать, игрушки тоже собрать. Догадишь, только знаешь, кто это все будет делать? Конечно, знаю, ты посуду моешь, а я игрушки давай собираю. А вот и нет, дорогой. Разве ты забыл то, что сегодня? Какой день? Правильно, вторник. Какая разница, вторник там твой, среда или вообще зима какая-то? Вообще-то, дорогой мой, дело в том, что вторник, четверг и суббота – это твои дежурные дни, поэтому сегодня все убираешь ты. А пока ты будешь собирать игрушки, я пособираю кейсы и буду их открывать. Ты мне вчера помогал. Вот так и я тебе буду помогать сегодня. А если не уберешься во всем доме, тебе конкретно не повезет. Потому что мама с папой планшет заберут на целую неделю. Так что давай-давай, иду убирать. Ладно, говори, что надо сделать. Для начала убери свои игрушки. Ладно. Мне все равно ничего не получилось. Ну, для начала помыть полы, что там мама еще говорила, попылесосить, сложить посуду в посудомойку, помыть окна, протереть пыль на подоконниках, белье развесить и что там еще было? И носки постирать, да. Ого! Дань, так я же это все к ночи сделать не успею. Может, ты мне все-таки поможешь, а? Что посеешь, что пожнешь, тише. Иди убирай. Ладно. Ну что ж, начинаем. Я всегда за ним ухожу. Все с этой стороны.
когда ты не дежурный и ничего убирать не надо. Еще не разлетались тут, а? Че, потише нельзя, что ли? У меня выходной. Забыла. И потом, после того, как постираешь носки, можешь приходить купаться. Хотя нет, я сейчас еду на питбайке кататься, да. Носки ему постирать, он на питбайке поедет. Поедешь ты. В принципе, правильно. Мало тоже надо приучать трудиться, а то Коди только разбрасывай, потом собирай за ним. Поеду еще на питбайке покатаюсь. А че мне? Пускай носки стирать. У меня там выходной. На питбайке хочет кататься. Он у меня сейчас покатается. У меня маленького 6-летнего ребенка вообще не жалеет. Сейчас у меня покатаюсь. Я тебя устрою. Покатайся до меня. Я не понял, что тут и питбайк, и квадрик стоит. Так, ну Даня же говорил, что на питбайке будет кататься. Хорошенький бензин для питбайка с газиками. Если питбайк не заведется, то он захочет на квадрике поехать. Ну, дорогой, на квадрике ты тоже не будешь кататься. Ты не заводишься, что ж такое? Не получается. Походу придется на квадрике ехать. Эх,
наконец-то. Ну хоть на квадрике потушил. И что это было? Куча желтого дыма какого-то. Что, блин, вообще произошло? Я думаю, че он не едет? Вот тебе ответ. Теперь-то и питбайки, квадрик нужно чинить. Я уж думал, что бабахнет, серьезно. Это просто трындец, я так испугался. Думал, уже бежать куда подальше. Если ты в курсе, что вообще происходит, почему не заводился мой питбайк и почему квадрик вдруг загорелся, напиши, пожалуйста, в комментах. Если понравилось видео, то поставь лайк. А также, если не подписан на канал, обязательно подпишись. А если подписан, красавчик. Еще можешь нажать на колокольчик, чтобы узнавать о наших самых новых видео первым.